Құрметті достар, ярмадамызда бір чоқ әжейіп мерасимлер от керілі, ве біз бұ мерасимлерге диққат айырмақ керекміз, әр вақытыларынен таныш оламыз. Насылдыр, нелер олып кече, келіңізшімді бәрберекте өгіренжекміз, асында әжейіп бір ярыш. Нетір бұ ярышы асында, маған да бірі саңылыса? Қырымда ирк олған Қырым татар мәдениет фестивалі сайғылы достылар. Кечелерде бұ фестиваль ве ярыш өз ішіні башлады. Шынды девам әтмекте ве бұзым студиямызда тамам бұ фестивалінің тешкелетчалары, жүре азалары бұлына ве келіңіз оларнен таныш олайық. Таныш оламыз, құрметті достылар, студиямызда Дилевер Муэдинов, Сайде Усманова ве Николай Антюфриев. Селям алейкум, доброе утро. Как настроение? Алейкум селям. Доброе утро. Телесерджилер, урметли халқымыз, сабалар хайрлы осын. Жоқ сауымыз. Жоқ сауымыз. Тоже добавить нечего. А, все, да, добавить нечего. В общем, да, для рога ото всех. Как настроение вообще? Личное, приподнятое, жизнерадостное. Конкурс. Настроение рабочее, потому что нам организаторы устроили такую веселую утреннюю жизнь. Сразу после нашего эфира мы садимся на наших лошадей и выезжаем на второй тур нашего фестиваля-конкурса. Mm-hmm. А теперь поподробнее все-таки о фестивале, о конкурсе. Второй тур сегодня стартует. Это не совсем второй тур, будем так говорить. Это наш второй выезд, если вы помните, на нашей первой встрече, которую мы назвали исторической. Я думаю, каждая наша встреча теперь историческая, да? Поскольку это первый такой фестиваль. Конкурс, мы говорили, 3,5-4 года он готовился. Вот. Что сказать? Первый выезд – это только начало. У нас еще все впереди. Вот сегодня все впереди. Повторяться не хотелось бы о том, о чем мы говорили на нашей первой встрече, но если коротко, весь Крым поделен на такие три региона, куда собираются все коллективы. Коллективы крымско-татарского искусства. Я так коротко называю наш фестиваль. Сразу хотел бы сказать, есть огромное отличие у данного фестиваля, конкурса от многих других такого же рода. По сути своей, с одной стороны, конкурс национальный. Но с другой стороны, он интернациональный, потому что впервые за долгое время, не смотря ни на какую этническую принадлежность, любой коллектив, любой солист, имеющий в своем репертуаре крымско-татарский, простите за тавтологию, репертуар, может участвовать в нашем фестивале-конкурсе. И это, наверное, очень здорово, потому что, возвращаясь к нашей теме, мы очень хотим расширить и выйти за рамки Республики Крым, и, как мы уже говорили, первое наше движение на втором, мы уже думаем об этом фестивале-конкурсе, это будет наш Южный федеральный округ. Ого! Да, мы очень хотим, чтобы и Краснодар, и Ростов. Мало того, я хочу напомнить, что у нас уже есть связь с Ингушетией. Они приглашены на заключительный, как мы говорили, наш с вами фестивальный конкурс-концерт. А потом мы поедем в Ингушетию для того, чтобы поделиться своим творчеством. Угу. Сайда ханым, сегодня куда вы отправляетесь? Ну, сегодня мы едем в Кольчугино, где будут представлены вот, Николай Борисович, Бахчисарайский район, Бахчисарай, Симферопольский, Белогорский, Ялта, Алушта. Вот, и поэтому, конечно, КИПУ вошел как один из организаторов в данный фестиваль-конкурс. И от нашей кафедры едут, значит, такие преподаватели, как вот Дилявер Муэдинов, я, Эльмира Ахтемовна, руководитель ДАН ЙЛДЗ, Зарема Ибазеровна Алиева, руководитель Сельсибиль, Мирзия Халитова, композитор, и Чергеев Асан Айдерович, кандидат искусствоведения. Ну, и Дилявер у нас кандидат искусствоведения. Поэтому у нас вошли заслуженные и остепененные. Ну, конечно, радует, что впервые за столь долгое время конкурс проводится на таком высоком уровне, потому что все, что проводится под Министерством культуры, соответственно, понятно, что уровень у него достаточно высокий. По показаниям, вот первый конкурс прошел, который достаточно высокий уровень организованности, очень много участников, очень много коллективов было, причем такие все сильные, одаренные дети. И, конечно, как подчеркнул Николай Борисович,
вот данный фестиваль, конкурс, он действительно направлен на укрепление дружбы, взаимопонимания, мира, добра, толерантности, хотя я не очень это слово люблю, я считаю, что мы должны друг друга не терпеть, а понимать и принимать такими, какие мы есть. Вот, конечно, вот такие вот... Очень радует. И я думаю, что у данного фестиваля будет продолжение не один год. Ну, мы очень надеемся на это и желаем вам того же. Но сначала мы все-таки переходим вот к этим первым шагам, которые вы сейчас делаете. Лераха, я так понимаю, вы сегодня в составе жюри? Да. Первый раз? Да. Ага. Что ожидаете? Что ожидаем? Ожидаем хороших результатов, талантливых конкурсантов. В первую очередь. Почему? Потому как я считаю, вообще сама концепция этого конкурса выстроена очень правильно. Это несет, во-первых, огромную пользу для всех нас, для творческих людей. Вот. Почему? Потому как я считаю, я инструменталистом. На сегодняшний день вокальные конкурсы, танцевальные конкурсы, очень много, я смотрю, их проводится. А вот если сравнивать с инструментальным исполнением, как бы это, ну, на втором этапе вот сегодня. Ну, за исключением, то есть такие конкурсы «Юный виртуоз». Вот. Ну, это как ограничено очень. Вот для нас это впервые такой вот, такая возможность проявить себя, увидеть таланты яркие. Ну, и для нас это, в первую очередь, праздник. Так все-таки будете ли вы искать того самого инструменталиста, которого можно к себе в коллектив мы забрать? Мы всегда ищем. Ага. И будем приглашать к нам учиться в КИПУ. Яхша. А принимают ли участие студенты КИПУ в конкурсе? Да, они принимают, потому что участники фестиваля конкурса, они поделены на три категории. Первая категория – это дети до 14 лет. Вторая категория – это молодежь от 15 до 25 лет. И третья категория – это от 26 и старше. Поэтому все, кто подал заявки, а заявки принимались до 20 февраля, до 23 включительно. И все, кто подал заявки, они будут участвовать. Я знаю, что наши вокалисты принимают участие. Я хочу добавить, дело в том, что много отличительных черт у данного фестиваля-конкурса. Во-первых, напомню, что он идет параллельно среди профессионалов и среди народного творчества. Профессионалы участвуют в фестивальном движении, но мы, вот, как сказали коллеги, не могли обойти стороной молодых исполнителей. И в сентябре будет отдельный тур, где будут соревноваться именно молодые исполнители. То есть это, как правило, студенты вузов наших трех. Это молодые артисты, исполнители наших ведущих коллективов крымско-татарских и других, как я повторяю, кто имеет репертуар. Так что это еще одна маленькая изюминка нашего фестиваля-конкурса. Предварительные заявки. Вы сказали, что уже как бы они поданы, собраны. И на сегодняшний день, на сегодняшнем фестивале... Я хочу сказать о том, что несмотря на то, что есть, конечно, дата, когда заявки должны были прекратиться, но как это приятно, и мы берем на себя такие сложности организационные, хотя существует правило, заявки идут до сих пор. И мы до сих пор их принимаем, потому что но это есть вещи, которые важнее, чем регламент. И пользуясь случаем, во-первых, я хотел бы поблагодарить моих коллег не только в лице присутствующих, но и всех, кто откликнулся. Поскольку вот Центр народного творчества, он стал организатором этого всего фестиваля, но любое такое действие невозможно без подвижничества. Вот все мои коллеги, которые выезжают... Простите, в жюри работать, они выезжают на общественных началах. А это очень серьезно, потому что вы понимаете, что в наше время, время, когда все поставлено на товарообмен, цена, деньги и так далее, но во сколько оценить духовность народа, мораль, нравственность и так далее. Поэтому я считаю, что это очень высокое и по-человечески важное дело. Поэтому главная цель нашего фестиваля-конкурса на сегодняшний час все-таки гуманистическая. Сделать вот эту вот почву для того, чтобы пойти дальше. Тогда вот исходя из этого ответа, Лераха, к вам вопрос будет. Есть ли возможность второго шанса для исполнителя? Думаю, шансы всегда есть. Да. Потому что наш конкурс, я говорю, проходит несколько этапов.
Вот. И тем более это для них будет, для участников конкурса, перспектива будет. Ага. Если даже вот где-то что-то, все пробуют себя всегда на начальном этапе, ну, соответственно, они все растут. Шансы всегда есть. Яхша. То есть сейчас у вас проходят такие отборочные туры, первый этап по городам, потом будет второй этап, где уже будут финальный этап. Симферополь, да, наш театр, который теперь является центром, наш музыкальный театр всех фестивальных движений. И вот туда съедутся, ну, я уже повторяюсь, как мы говорили на прошлой передаче, съедутся все наши гости. Это будет и Москва, и Казань, и Ингушетия, где будет финальный наш отсмотр. Будут победители, будут лауреаты и будет обладатель гран-при. Обладатель гран-при будет определяться среди всех победителей по номинации, независимо от принадлежности. Желаем вам побольше сегодня, так сказать, впечатлений, хороших эмоций, побольше участников. И, конечно же, мы с нетерпением ждем второй этап, мы ждем финал, мы ждем яркое, красочное мероприятие. Спасибо огромное, ждем вас снова. И, как вы уже сказали, каждая наша встреча, чтобы она была исторической. Чоксалонас, успехов вам, удачи. Благодарим вас, да. И Костя, чтобы хорошо прошел. Все, салонас. Урметли дослар, я и намаз, девам и тени, в бете как основно зна, качер манус, бойрунус, сиретунус.